Как накачать мощные плечи в тренажерном зале? Погнали! Где-то в этом видео будет второе кодовое слово, загрузив которое в нашего бота вместе из первого и второго видео, ты получишь вожделенное меню для сушки к лету. Итак, прежде чем нагружать наши плечи большими весами, всегда делайте разминку. Стоим ровненько, выдох. Отлично. Теперь выдох. Спина скруглена, локти вверх, и чем выше локти, тем качественнее будет ваша техника. Отлично. Плечи мы проработали, то есть уже там прям, ну, мне уже нравится. Теперь давайте я вам покажу, что можно делать с гантелями. Начинаем поднимать наши локти в стороны. Выдох. Не вот так, а вот так. Никаких вот этих штук быть не должно. Стоите ровно. Плавненько опустили. Подняли. Опустили. Выдох. А, красота. Можно быстренько-быстренько фоткаться. И потом всем показывать, что ты реально такой накачанный чувак. А не сдуешься через 20 минут, да? До обратного дрыщевого состояния.